«Ля Примавера» вновь удивила искушенного зрителя. Камерной страсти камерных симфоний. В этот вечер оркестром были исполнены сочинения современных композиторов Республики Татарстан. Анатолия Лупова, Рашида Калимуллина, Сергея Беликова и Эльмиры Галимовой. Пришел Рашид Калимуллин ко мне и говорит, вот есть новое сочинение, 4-я симфония, камерная. Скоро будет исполняться за рубежом. Вот не мог бы ты посмотреть с оркестром? Мы посмотрели, музыка интересная. И подумали, зачем отдавать за рубеж право первой ночи, что называется. Надо сделать мировую премьеру у нас в Казани. Имена композиторов, представленных в программе, объединены не только творчеством, но и преемственностью. В одной программе игрались произведения учителей и учеников. Я считаю, что оркестр «Ля Примавера» является лабораторией для наших композиторов. И скажу больше, практически все произведения современных композиторов Татарстана, написанных для камерного оркестра, созданы благодаря тому, что существует оркестр «Ля Примавера». В этот вечер музыканты разговаривали на языке сильных страстей и драматических перипетий, совершенно не свойственных для камерного искусства. Даже самые юные зрители были неравнодушны к симфониям, которые исполнялись в программе, выразили восторг от игры музыкантов. Да, мне понравилось, здесь хорошо играли. Что еще, может быть, запомнилось? Как играли скрипки. Среди любителей классической музыки преподаватели и студенты Казанского университета. Они стараются не пропускать ни одной премьеры, постоянно приобщаются к искусству. Хожу каждый месяц, вот, агитирую сюда студентов. Не каждый день увидишь живых композиторов. Во-первых, интересная музыка, необычная, но во-вторых, приятно увидеть живых классиков. Алина Хангареева, Ленардо Влетьяров, специально для Универньюз.